вы видите, обратите внимание, все поднимается стропами. Для того, чтобы при случае того, что под завалами еще остаются живые люди, а живые люди есть, они продолжают писать СМС. Периодически мы делаем моменты тишины, и люди из-под завалов кричат для того, чтобы их не повредить. Работу хотелось бы делать быстрее, но делаем с минимальным вредом для того, чтобы люди не при этом не пострадали, оставшиеся живых людях, чтобы им не был нанесен вред их здоровью.